записи с тёгом «Медведокс». «Медведокс. Инструкция по применению против медведки и муравьёв». 2 июня 2020 года. Инсектицидный препарат кишечного действия, предназначенные для борьбы с медведкой и садовыми муравьями, это «Медведокс», инструкция по применению которого рекомендует использовать гранулированное средство для защиты корневой системы. Теперь наши статьи про выращивание растений и другую дачную жизнь на канале Яндекс.Дзен. Новые статьи соленые. Огурцы в каждодневном и праздничном меню 11 августа 2021 года. Вербена ампельная, яркое украшение для дома и сада. 10 августа 2021 года. Как засушить лимон для декора на собственной кухне. 10 августа 2021 года. Фикус рубигиноза. В чем особенности выращивания и что собой представляет южный фикус. 10 августа 2021 года. Что такое вертицеллезной? Увядание томатов. Как его распознать и чем лечить. 10 августа 2021 года. Вопрос-ответы. Фикус рубигиноза. В чем особенности выращивания и что собой представляет южный фикус. 10 августа 2021 года. Что такое вертицеллезное увядание томатов, как его распознать и чем лечить. 10 августа 2021 года. Сорт малина моросейка. Какими ягодками порадует бесшипный гибрид. 9 августа 2021 года. При какой температуре сажать огурцы в теплице? Оптимально комфортные условия для развития. 8 августа 2021 года. Сорт томатов «Медвежья лапа». В чем особенность одного из лучших сортов сибирской селекции? 8 августа 2021 года.